Сегодня я расскажу вам о византийском фолисе, с которым связана почти детективная история. Выяснилась интересная вещь. Естественно, я заинтересовался. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Роман. И сегодня я расскажу вам о византийском фолисе, с которым связана почти детективная история, историческое расследование. Он попал ко мне 4 года назад. И во время определения выяснилась интересная вещь. На аверсе у него написано имя императора Анастасия, который правил до 518 года. А на реверсе монетный двор Теополис. Антиохия была переименована в Теополис в 526 или 527 году. То есть, вот, чтобы было понятнее, это примерно то же самое, что на меди, скажем, Николая II, увидеть надпись «Ленинградский монетный двор». Естественно, я заинтересовался, посмотрел много литературы по этому поводу и сначала думал, что какая-то ошибка в исторических событиях, что на самом деле Антиохия была переименована в Теополис раньше, и историки каким-то образом переврали, исказили дату переименования. Следующая фаза, так сказать, расследования исторического наступила, когда один из моих коллег по византийской нумизматике выяснил, что точно такой же реверс с такой же надписью на греческом «Теополис» был у фолиса императора Юстиниана I. То есть получается, что это мул, монета скомбинированная из аверса Анастасия и Юстиниана. Стало немножко понятнее, но не очень понятно, как монета попала в обращение, потому что, в общем, Юстиниан Великий был довольно жестоким человеком, и вряд ли он допустил бы, чтобы при нем чеканили монеты с именем предыдущего императора. Вот так это все ждало больше 3 лет. И, наконец, совсем недавно, в конце 2019 года, вышла статья Мансфельда, посвященная именно таким монеткам. Оказалось, с 540 по 542 год Антиохия, то есть Теополис, была захвачена персами во главе с Хосровым I. И на захваченном же монетном дворе персы наладили выпуск медные монеты, привычные населению, теми штемпелями, которые фактически были захвачены. Ну, или, возможно, часть штемпелей уже была, часть выполнили пленные жерезчики. Так или иначе, чеканились монеты с аверсом и реверсом от разных правителей. Ну, то есть, персам, разумеется, было все равно, кто там на аверсе, что там на реверсе. Так что в итоге выяснилось, что монетка эта, как ни странно, персидская, Хосрова I. На этом я на сегодня заканчиваю свой рассказ. Смотрите наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. До свидания.